Наша знаменитая спидвейная команда «Восток» в 2018 году стала чемпионом России. Самый молодой состав по стране смог не только показать свой характер более старшим и опытным соперникам, но и в последний момент у себя дома завоевать кубок командных соревнований. Призовые места на различных крупных турнирах у владивостокского клуба исчисляются уже десятками, но при этом занимаются гонщики «Востока» на старом и еле живущем стадионе «Авангард». Пришедший на пост в Рио губернатора Приморья Олег Кожемяка застал финал чемпионата и фееричную победу хозяев. Глава региона добился, чтобы домашней площадке «Востока» были направлены деньги на глобальный ремонт и обновление. Доложили правительству Российской Федерации о славной команде, о славной победе, вот, о необходимости того, чтобы этот стадион, стадион, в который мы ходили мальчишками, смотрели выступления именитых мастеров, он все-таки действительно был украшением города. Руководитель региона после вручения заслуженных наград молодым чемпионам передал наставникам главный подарок – два сертификата общей суммой в 157 миллионов рублей на реконструкцию стадиона «Авангард». Этапы работы уже расписаны, их будет много, ведь объект не видел ремонта уже очень давно. Все пожелания клуба «Восток» учтены. Это навес над зрительскими трибунами, это экран должен быть информационный. Также все 100% зрительские трибуны будут ремонтироваться. Освещение будет делаться хорошее, потому что мы в вечернее время проводим чемпионат России по спидвею. Немножко свет у нас сладенький. Вот такие важные моменты, они будут обязательно реализованы. Отдельный сертификат, полученный из рук Олега Кожемяка, также будет предусматривать установку надувных бортов, которые обезопасят спидвеистов от жестких столкновений и падений. Сама реконструкция начнется в конце 2019 года, и уже в 2020 горожане и гости Владивостока смогут увидеть абсолютно новый стадион. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом.